Еще раз, однако, здрасте. Дело в том, что еще делаю как на бордоскую смесь побелочку. Что это позволяет? Ну, начнем с того, что сделали, загасили известь. Беру известь, не гашу, но опять загасил. Где-то получается пачка продается извести 2 килограмма. Вот это все 2 килограмма я и гашу. Потом развожу отдельно 100 граммов медного купороса. Уже остужаю раствор извести, раствор медного купороса. Медный купорос вливаю в известь. Туда добавляю литр водоэмульсионки. И где-то получается вот этой всей массы у нас 2-килограммовая пачка извести негашеной. И 100 грамм медного купороса. И туда у нас получится литр водоэмульсионки. Где-то у меня раствора получается литров 12-13. Ну там примерно смотрите, насколько качество будет. И вот этим мерите деревья. Очень хорошо помогает заращивать раны.